Два выбора у меня прямо, не знаю. Мне то нравится вот эта, короче, береза. Но на нее лезть и неудобно. Если только вот по вот этой веточке. Самая низкая. А вот на вот эту лезть и удобнее. Но мне нравится вот эта. Так что полезу на вот эту, невысоко, вон куда-нибудь туда. Как-то вот так вот. До этого у меня ловушка стояла с другой стороны поля. Ну, метров 500 отсюда. А тут проехал, вот таких две березины увидел. И она мне понравилась. Думаю, что бы и не попробовать. Так что вот так вот. Что, в общем, ветра совсем нету. Не знаю, как попытаться подкрасть, далековато. Один. И где-то еще там рыжеет. Где же? Тоже с рогами. Этот уже далеко пошел. И этот, где же ты? Опять этот вроде ко мне маленько тянется. Тишина на улице, комары сейчас поднимаются, кусаются. На, сейчас посмотрю, что буду делать. Рога вроде у этого как-то отростки по-разному. Может, кажется так. Так вроде ничего выглядит. Далеко приближаю, качество не очень. Вот если поближе подойдет, поинтереснее будет. Сейчас подожду. Может, тот завернется. Этот меня раз, короче, услышал. Пока я из кустов на край выходил. Идет чуть левее меня. Может, попробую сейчас на обрез ему выйти. А может, он все-таки пойдет вправо потом. Непонятно. Че, в общем, я его пытался обойти на обрез. А он спать лег. Сейчас на край выйду, мне метров 20 осталось. Все, лежит, спит. Глаза, правда, открыты. Вот сбоку еще в трех местах или в четырех орут. Короче, рога так себе, на любителя. Я бы поискал поинтереснее. К земле ухо прикладывал, слушал. То, что нас на вороне по-другому не найти, только когда ухо к земле приложат, слышат издалека топот копыт и бегут сразу в другую сторону. Ладно, пошел я обратно. За конем поедем, посмотрим других. Это вот я запомнил, где он живет. А живет он, короче, вот в такой местности. Вот как к нему тут подойдешь? По воде согласен, по воде довольно тихо идти, если красть. Просто так сложно. Густющие кусты, и это у нас фактически основная сейчас такая вот картина везде.
где более-менее козлики обитают, поинтереснее. Такие вот кусты, полянками, где сухо, где мокро, где большие деревья есть. Если вот так вот будет лежать, то увидишь или услышишь его уже, когда он побежит. На открытое поле мало выходят, но выходят. Вот как сейчас. Что-то метров, может, 100-150 от края. Туда он большое поле. Там кусты, и вот орут-то они в кустах. Сейчас мы поедем туда. Да, красавец, тебя тоже заедают. Выглядывает так, как будто там кто-то есть. А там он носится тоже.